Что по новогоднему настроению, дорогие друзья? Я вот искусственно пытаюсь себе его поднять. Жу мандаринки, развесил вот гирлянды. Фифе вот стадиончик в новогоднюю тематику нарядил. Ну и отчасти вы также дарите мне это самое настроение, потому что последние мои 3 видоса зашли просто идеально. Каждый видос на первом месте по просмотрам. Спасибо вам огромное за просмотры, лайкусики и очень приятный фидбэк. И в честь этого я решил запустить новогодний марафон. Видосы каждый день до 30 числа. Так что подписывайтесь, оставляйте лукасы. Напоминаю, что первые 100 комментариев я лайкаю. И что сегодня у нас по контенту? Давайте посмотрим. Так, вышел Оксфорд. Какой-то бомж, который, я думаю, нафиг никому не нужен. Также у нас есть двойные улучшения 85+. Ну и, собственно, пик с выбором героя. Обычный или чем. Обязательно его соберем. И также, друзья, затестим долгожданную карточку. Да-да, ту самую. Тахир Чонг с ударами 99. Наконец-таки и моя очередь дошла затестить эту карточку. Все, кому не лень, уже обозревали. Но так как я самый авторитетный лонгшотер FIFA комьюнити, и сегодня я сделаю свой вердикт по этой карточке. Единственная проблема — это его линки, да и в целом статы такие себе. Ну прям вообще отстойные. Скорость никакая, передача никаких, дриблинг херня, физуха вообще отстой. Линковать ее тяжело, поэтому он, собственно, и стоит 10 тысяч на рынке. Но так или иначе, я сделал сыгранность 33 из 33, напихал сюда кучу голландцев. Давайте сразу же скроем набор с двумя игроками 85+, понадеемся на что-то хорошее. Это Walkout, обычная карточка, Германия, ЦОП, это Кимих, наверное. Ну, относительно неплохо того, что мне падало в этих паках. А что внутри? А внутри Хорди Альба, вот так вот. Ну и прежде чем, друзья, я открою гарантированного героя, хотелось бы вам напомнить о моих спонсорах. Это мои легальные хорошие друзья из компании Пари. Самый топовый ближайший матч у вас на экранах. Ссылочка будет в закрепленном комментарии. Переходите, регистрируйтесь, можете это сделать как на сайте, так и в удобнейшем мобильном приложении. А если вы пройдете верификацию до конца, то получите шикарный бонус, ребят, в размере 1000 рублей. Вот так вот. А если вам нужны монетки, мой личный сайт по продаже монет PandaCoin в описании. Так, один из 5 джокеров в аренду. Как обычно, лутаем полное говно. Ну, давайте продлим Санчо контракт. Так, в первое СБЧ улетает Канавара. Как говорится, спасибо и всего хорошего. Так, я какой-то волкаут скипнул. Лукаку. Так, с двумя редкими 81+. Снова волкаут. 2 волкаута подряд, друзья. Какая-то фантастика происходит на моем канале. Роналдиньо мне дали за ежедневный вход. Ну и, собственно, пик 86+ герой. Давайте сейчас заценим, чем нас порадует EA Sports. В последнее время они меня вообще не радуют, поэтому я очень сильно надеюсь, что сейчас что-то изменится. Как обычно, давайте создадим интрижку. Так, первая карта. Физуха 77, дриблинг 85. Это попин, наверное, какой-то, да. И вторая карта. 89 физуха, 8 защита, 84 дриблинг. Слушайте, это похоже на Яя Туре. Ебать, Яя Туре! Охуеть! Это Яя Туре! Реально? Вот это удача, друзья, наконец-таки она повернулась ко мне не пятой точкой, а прям взглянула мне в глаза. Вау, 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 это круто. Блять, наконец-то хоть что-то хорошее мне упало за очень долгое время. Конечно, очень жаль, что это не его чемовская карта, но так или иначе. Так, я думаю, что Яя Туре вполне будет уместно сегодня затестить. Вот так вот пихаем его, ЦПшника делаем, накидываем тенечком. И вот таким вот складом сегодня будем тестить параллельно Чонга и Яя Туре. Блин, приятно, приятно. Сразу плюс настроение. Вот всегда бы так, друзья. Так, собственно, Чонг, главный герой сегодняшнего выпуска, у нас стоит и ждет своего момента, когда затестит его удары 99. Есть, конечно, небольшое подозрение, что это обман. Так, ну и, собственно, первый соперник на сегодня. Давайте чекать. Все цветное, разноцветное, красивое такое. Он еще на цапнике у меня бегает. Будет экспериментальная схема. Сразу же дадим ему мяч и затестим его пушку. Вау! Слушайте, а это было уже близко. Так, Криштиану Роналду, ответная атака. А. Он мне показал, как нужно пить эти удары. Окей, окей. Это смешно. Блять, а у меня голкипер сегодня выйдет, или он будет все вообще пускать? Ну, понятное дело, у меня там бомж какой-то стоит с рейтингом 81. Яя Туре, а давайте его лонгшот затестим. Фух. Вот у Яя Туре прям полетело хорошо. Так, Яя Туре, хороший перехват на Чонга. И Чонг! Блять, ну надо было тебе вот попасть. Угу. Вы хотите сказать, что Фримпонг не может догнать Парк Джисуна? Я в ахуе. Так, ну чё, 3-0 горим, блять. У нас затестили лонгшоты Чонга. Так, Яя Туре, схавать. Хорошо, Яя Туре.
Не, ну, к нему вообще ноль вопросов. Так, вот, Чонг ударит сейчас. Ебать, это что за говно? Где Чонг? Где Чонг? Блядь. Вот он. Вот он. На нахуй, блядь. Ну, тут я уже просто наверняк раскатал. Голевая от Чонга. Так, слушайте, последняя атака. Если мы сейчас забьем, то у нас есть хорошие шансы на камбуцк. Вот так вот делаем. Ну, Чонг! Ну, Альваран! Да! 3-2. Тихо. Еще ничего не ясно. Ну, пиздец. А, блядь, ну как ты не забил? Ну вот как ты, блядь, сейчас нахуй не забил, блядь? Ладно, сам виноват. Ух, какой пас вырезал Чонг. Ну-ка, Гакпо. Гакпо. Вот так. Так. И Чонг! Блядь. И Альфара! Давай, я Туре. Блядь. Так, бейсбол ролл делаете. Вот так вот даете. И Чонг! Удары 99, опять бьет как кусок говна. Так, ну чё, последняя атака. Последний шанс показать что-нибудь за Чонга. Вот она. На нахуй! Перекладину уебал. А вот сейчас вот действительно хороший был качественный удар. 4-2. Ну, опять же, когда вы тестите какие-то сумасшедшие карточки с лоукшотами, постоянно херачишь с центра поля, и тяжело, тяжело выигрывать в таких матчах. Поэтому я тут особо ни на что не рассчитывал, что я буду каждый матч выигрывать или еще что-то в этом роде. Но мне кажется, мы играли сильнее. Типа у пацана XG вообще 2.6, у меня 24 удара. Да, я понимаю, много было лонгшотов, но так или иначе. Так, ну давайте смотреть, что здесь за составчик. Опять все разноцветное, красивое, цветное. Вау, начало просто великолепнейшее. Никто не может догнать Карима Бензема. Просто никто. У него скорость 99, как будто бы. Я в ахуе, блядь. Как порой такие вещи происходят? Страшно. Так. Так. И Чонг! Блядь, ты ебанутый. Бля, он в штангу попал, блядь, сейчас. Там, ну, не такое ебанутое расстояние было, чтобы с ударами 99 попадать в штангу. Короче, какой-то наебалово, мне кажется. Ну, возможно, сейчас он переубедит меня, если вот отсюда забьет. О, опять переклад... Бля, это что за внебрачный сын Пушкаша, блядь? Просто пиздец, второй ебанутый лонгшот в перекладину. Так, схавать. Блядь, ну это просто, блядь, как? Как в антиджике так легко отталкивают? Блядь, я пенку зарабатываю. Сука! Вправо. На! С центра поля, может быть, он забьет. Ух! Ну, это было близко. Ох, какой пас прошел, вау! Альваран, ну-ка! Долбоеба, кусок. Так, так, в одно. Давай Файнас попробуем. О! А вот это... Как-то странно залетело вообще, ну типа, не самый очевидный вариант, удар как-то слабо летел, но залетел. Спасибо и на этом, пушка завелась. Так, Чонг бежит, ну-ка, а как бежит? Нихуя бежит, нормально так бежит, а перекинет? А вроде как перекидывает, да, 3-2. Так, ну это все хуйня, мне хочется прям, знаете, какую-то нереальную пушку, прям красивую зарядить, блядь. Так, подкат, вау, какой подкат. Интересно, а есть какая-нибудь номинация, типа, а-ля лучший подкат года? Так, я Туре хавает. Я Туре очень приятный, чуваки. Прям отбирает, хавает на ура. Ебать. Что? Что происходит, блядь? Мне сразу же в следующей атаке забивают. Так, заброс на Гакпо, отлично, супер. Ну и давайте низом ударим. Хорошо. Все еще работает. Иногда забываю про этот имбовый удар. Так, я Туре. Вот это заброс. Вот это настоящий заброс. Оп. Оп. И удар низом. Ха-ха! Удары низом возвращаются, чуваки. Надо чаще вспоминать про них. Лучший игрок матча у нас Гакпо. Чонг 2+1 при этом сделал еще. Но, опять же, пушки страшной мы еще не дождались. Так, ну это вообще какая-то бомжатня. Я должен изи разъебывать. Так. И сразу хуярим. Вот отсюда! Блять, ну, братан, ну, когда ты уже забьешь? Паредес бы уже забил, я вам хату ставлю. Хотя у Паредеса удары явно не 99 при этом. Так, может отсюда? На нахуй, залетело. Смотрите, Чонг разогнался. Тут я без L1, R1 бил, просто кнопочкой удара. Так, вот оно. Вот оно. Вот оно! На нахуй! Разогнался Чонг, друзья, 2-0. Соперник понял, что ловить ему тут нечего. В принципе, он прав.
Так, окей, что дальше? Фердинанд Кол, Чумини, Пае новенький, Эусебио и Драгба. Либо это Мальдини, хуй его знает. Так, Чонг. Вот такой вот пас, шикарнейший. Обратно на Чонга. И Чонг вот так вот берет и не забивает. Ну ладно, бывает. Не, ну поймите меня правильно, мне есть с чем сравнивать. У меня Паредес кучу лонгшотов положил с этими ударами L1-R1. Так, Чонг, ты где? Ах, вот ты где, блядь, сори, не сразу тебя заметил. Не сразу тебя заметил, а вот здесь заметил. Бля, как я красиво все сделал. В тайминг, четко, по нотам. 1-0. Эусебио, как дела? Че встал? Давай, играй, блядь. Не зря, видимо, тебя Диего Кампасо квикал. Ой, 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 фуф, повезло. Я Туре корпусом не дает вообще, блядь, мяч отобрать. Крепкий парень, сразу видно. Так, Чонг, ну вот оно. Вот оно, блядь, ну вот оно, ну летело ворота же уже, камон. Ой, ой, фуф, Чумини, блядь. Бьет он с игры так же паршиво, как и пенальки. Ой-ой, ой-ой. Ну я рискую. О! Какой подкат, друзья, подкат тысячелетия просто. Я поближе подойду, пожалуй, поближе. Подойду, чтобы не забить. Да, ладно. Ну и вот, ударнейшая позиция, друзья. Блядь, ну опять, ну вот прям рядышком ходит. Ой, нет, 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 Эусебио пошел нахер. Ха, Чумини опять, блядь, просто обосрался, лол. Братан, кажется, тебе надо менять этого бездарного француза. Все-таки Чумини мне забивает, сука. Ржал я над ним, ржал, а он взял и забил, блядь. Бля. Да. Я даже не знаю, что сказать. Но это такой дефолт, ну что я пропустил, блядь. Так, Джеймс, хорошо, поезд 98 на секундочку. Пас проходит, и мы что, в очко ему забиваем или что? Я не знаю, короче, киковная залетела, 2-2. Да, веселый матч у нас очередной получается. Так, Туре, хороший перехват. В очередной раз нахваливаю этого молодого человека. Дальше снова даем на Джеймса. Пейс 98. Никого, никого не чувствуем. Блять, это что за прострел? Так, я специально отхожу подальше, чтобы уебать. Блять, ну опять, ну просто. Когда кажется, что вот оно залетает, но не залетает. Весь выпуск он просто ходит где-то рядом, близко к этому нереальному голешнику. Но никак забить его не может. Опа, ну вот отсюда-то сможет? Аху. Опа, прочитал. Прочитал. Чонг, бля, кусок ты блядский. Как ты упал и пенку не дали. И мне придется топы сейчас с ним играть. Потеть, что там упало? Чонг. Блядь. Вот оно, я Туре. Покажи, как надо бить. Собственно, вот так вот и надо бить. И вот, собственно, итог всего мероприятия. Я Туре один раз пробил. Это как тот самый тип, который во дворе такой: дайте разок уебу. И уебал так, что охуели все. Просто вот 122 километра в час. Нереальная траектория. А Чонг, собственно, с хуем во рту остался смотреть и охуевать от жизни. Как так? У меня же удары 99, говорит Чонг. Ой, это что, кикофная? Блять! Перекладина, почти кикофная его сработала. Нет, 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 нет. Блять, ну кипер, ну хоть что-то вытащи. Кто ты вообще? Пасвир какой-то у меня в клубе валялся, решил поставить. Бля, вообще все нахуй пускает. Слушайте, а получается у нас сюжет чемпионата мира. 2-2 в основное время, 3-3 допы. Если все закончится пенками, то сами понимаете. Опа. Я был близок, как никогда. Просто в перекладину попал Чонг. Все, блядь, Чонг с центра поля в перекладину. Блядь, обида ебаная, что я могу сказать. Но он бы сейчас просто стал бы героем данного выпуска. А пока что я Туре, 4-3. Блядь, перекладина. Я даже не рад этому забитому голешнику, потому что я расстроен, что я почти забил с центра поля.
Так, Дэ Йонг, давай, ты тоже забьешь. Все, поплыл соперник. 5-3. Не будет повторения сюжета чемпионата мира. Так, ну что, лучший игрок матча. Я Туре, 8,8. 2 голешника плюс ассист. Дэ Йонг вышел, забил. Альваран забил. Чонг, гол плюс 2 ассиста. Так, какой-то пик мне тут дали. 84 плюс. Вау. Толяна дали. Дубликата. Спасибо вам огромное, блядь. Но я возьму Жоржиньо. Так, ну и, собственно, давайте подведем итоги данного выпуска. Я не думаю, что стоит акцентировать внимание на каждой карточке. Защита, типа, окей, голкипер пошел нахуй, как говорится. Центр поля, в частности, я Туре, это разъеб. 4 матча, 2 гола и 3 ассиста. Ну и вы сами видели, ну, плюс-минус все катки были потные. То есть я его затестил прямо в таком боевом геймплее. И в центре поля 2 плюс 3 за 4 матча. Это охуеть как круто. У него есть пиздатые лонгшоты, собственно, что он продемонстрировал. Я за него 1-2 раза пробил, и вот, собственно, вторым ударом он захуярил. У него есть, собственно, трейд на дальние удары, сила удара. В целом, дальние удары норм, 86. Ну, и статки сбалансированы. Это вот карта, которой действительно я очень сильно доволен. Спасибо ей за очень долгое время. Вы меня порадовали. Гакпо, новичок Ливерпуля. Ну, типа, окей, какие-то голы там даже забивал. Ну и Чонг. 6 матчей, 5 голов, 4 ассиста. Вычитаем 2 матча, потому что они заменки были в каких-то там... матчах не на записи. Получается стата 4 матча, 5 голов, 4 ассиста. Что на самом деле-то неплохо, несмотря на то, что он так и не забил какой-то нереальный фантастический гол. Другое дело, стоит ли это того, что, блин, блинкануть Чонга. Тут надо просто перековырять весь свой клуб и преимущественно играть голландцами. Стоит ли это того? Ну, конечно, нет. У него прикольная моделька, удары 99, это, конечно, лютый пиздеж. Возможно, удары где-нибудь там на 85 по ощущениям, но явно не 99. По крайней мере, мне есть с чем сравнивать. Я херачил лонгшоты за Парадоса. Вы сами видели, как они залетают в этой игре. Возможно, это из-за того, что у него нет талантов на дальний удар. Это до сих пор для меня огромная загадка, что вот эти вот самые таланты дают игрокам. То есть никто адекватно вам не объяснит, вот что дает талант дальний удар. Типа шанс, вероятность того, что он лучше ударит, или траектория круче. Хуй его знает, короче. Нам остается лишь только догадываться и, собственно, ссылаться на то, что у него нет талантов на дальние удары, как у того же Паредеса или у Яя Туре, у которых круче летят эти самые дальние удары. Но в целом карточка фановая. Опять же, 4 матча, 5 голов, 4 ассиста. Делаю акцент на том, что он сделал много полезных действий на поле. Учитывая, что большую часть времени я херачил с центра поля, наверное, это не самая плохая статистика. Так что, друзья, вот как-то так. Такое вот мое финальное мнение про эту карточку. В любом случае, она стоит копейки. Если есть такие извращенцы, которые хотят поиграть за эту карту с фулл голландцами, собственно, в добрый путь. С вами был я, Пандос Фиксович. Опять же, спасибо, что смотрите меня. Мне искренне приятно. Я ловлю вдохновление, когда каждый раз вижу, что каждый ролик набирает больше предыдущего. Ну и в целом желаю всем хорошего новогоднего настроения. Несмотря на то, что год у нас всратый выдался. Надеюсь, что хоть как-то поднимаю вам это самое настроение. Все, всем спасибо за просмотр. Чао-какао. А еще, друзья, я тут собрал себе Бастиана Швейнштайгера. Даже не спрашивайте, зачем. Но ко мне почему-то выбежал Паша Погребняк. Типа, так и должно быть. Объясните, пожалуйста. Ты втираешь мне какую-то дичь.